Ну всем привет, вы на рыбалке с Демидой. Сегодня мы вот с Саньком, Саня, приехали после работы до закрытия, наверное, у нас часа два, ну три будет. Будем пробовать поймать сегодня сама. Взяли навозных земляных червей, у каждого по одной удочке на донку. Вешаем пучком навозника и земляного. Ну, Саньке что-то поклевывать начинает. Ну, посмотрим, что будет сегодня. Тут леща много. Вот лещ, наверное, так часто и будет сегодня клевать у нас. Ну и сом есть тоже. Так что будем смотреть. Может, сейчас Санек еще поймает. Давай, Саня. Да, озеро вот. Маленькое такое, но рыбы тут хватает. Я на этом озере первого своего сама и поймал. Это в том году было. Сейчас вот видео в правом углу выскочит. Можете потом посмотреть его. О, Саня, Саня. Подожди, подожди, не поднимай. Сейчас другие тоже, да? Я снимаю. А прикинь, это нормально. Тарелка есть? Да. Так. Вот что-то у меня взяло тоже. Наверное, тоже подлещик. На меня идет. Не, подлещик. Ну все, давай, хватит. Воздух оглотнул, и все, можно вытаскивать. Ну вот такой вот, грамм 500, наверное. Ну все, спасибо. Пошел. Ну это посопротивлялся. У меня, видишь, удочка помягче, чем твоя. Ну что, будем пробовать дальше. Мы сегодня на сама пришли. Посмотрим, будет, не будет. Время у нас еще есть. Взяли прикормку сегодня с запахом тунца. Воняет, конечно, жутко, блин. Ну, может, это и привлекет сама нам. Ну что, закинем за самом. Надежда на сама. Вот так будет хорошо. И на это, как его, на пиявок тоже ловят. Короче, на любое мясо. Да, то, что в водоеме плавает. Ну чё? Нет ничего. Наглость — второе счастье. Нет уже ничего, сказал же. У нас план перехват. Буду ставить поплавок. Потому что сюда подкидываем хлеб к берегу. И карпус начинает его кушать. Тут с поверхности ловить нельзя. Но мы немножко
обманем систему и будем ловить якобы на поплавок, но хлеб будет 20 сантиметров от поверхности. Сейчас увидите, что будет дальше. Ну вот, закинул поплавок, пробую на поплавок поймать карпа. На донку, блин, подлещик дергает все время. Может быть, на поплавок получится карпика взять сегодня. Будем пробовать. Какая-то мелочь, может, тащит на дно, но, блин. Закинул на тебя, смотрел, что-то говорил, поплавок, смотрю, уже ушел так под воду, блин. Черт. Может быть, и карпик был, блин.